Не только убраться, но и развлечься. Эко-пикник – новый формат проведения субботника в Самарском районе. На остров Поджабный съехались добровольцы по наведению чистоты. Из-за туристов здесь остается очень много мусора, и мы не хотим, чтобы наш район был таким. Экологический десант – около 250 человек. Сотрудники администрации, молодежный парламент, волонтеры и активисты района. Среди защитников природы много и детей, которые вместе с родителями убирают следы цивилизации, упаковки от еды и напитков. Хочется, чтобы твой город был намного чище, чем сейчас. Несмотря на пасмурную погоду и дождь, участники акции активно очищали берег. За пару часов было собрано 200 мешков бытовых отходов. Вывезли собранные активистами мусор на полигоны ООО «Экостройресурс». Здесь можно убираться, на самом деле, каждый день. Да? Хорошо бы сформировать сознание граждан, которые здесь отдыхают, да, чтобы они следили. Это же их природа, да? Чтобы они следили за теми местами, где они отдыхают. Партнер сегодняшней акции – это рекоператор «Экостройресурс». Да? У «Экстроресурса» есть договора с владельцами турбаз, и из турбаз вывозит уже непосредственно рекоператор. После субботника для всех участников развлекательная программа со спортивными играми. И в завершении экопикника состоялось награждение. Волонтеры, собравшие большее число мешков, получили призы от администрации района. Мария Ильчан, Максим Гусев, события.